Коммерческая тайна. При обсуждении тарифов на тепло на заседании правления региональной службы по тарифам уважаемые энергетики из ТГК-14 воспользовались своим законным правом и практически выставили из зала журналистов ЗАП-ТВ, ЗАП-Медиа и Забайкальского рабочего, представителей краевой прокуратуры, а также члены общественной палаты. ТГК-14 не нужны лишние уши. Мы и так много знаем. Так как мы сейчас при установлении тарифов в том числе будем пользоваться и теми документами, на которые наложен гриф «коммерческая тайна», мы спросили у предприятия, против оно или не против, да, о том, чтобы публично рассмотреть данные статьи затрат. Организация сказала, что она против. Предварительно сотрудники РСТ пригласили всех желающих на заседание правления и даже опубликовали объявление на своем сайте. Но энергетики не сочли возможным делиться с кем попало коммерческой тайной. В разряд «кто попало» включили даже прокуратуру. Вы все настаиваете, да, чтобы без участия всех участвующих лиц, в том числе представителя прокуратуры края, в лице Куприяна Андрея Николаевича. Я продолжаю против его раскрытия. Из этих слов можно сделать, что вы против, чтобы я сегодня участвовал в рассмотрении, в частности, тарифа для ПАО ТГК-14. Я против открытой информации, содержащей коммерческую тайну. Выдворенные из заседания вспомнили, что когда разгорелся скандал с повышением тарифов на тепло, руководитель региона Наталья Жданова призывала общественность активно участвовать в обсуждении. К публичности и открытости работы естественных монополий не раз призывал и Владимир Путин. Не только предпринимательское сообщество, вообще, в принципе, любой гражданин имеет право знать, куда вкладывает и на каких условиях вкладывает средства та или иная наша инфраструктурная монополия. Это абсолютно естественное дело, это не разработка новых систем оружия, совершенно точно и правильно. Но, похоже, нашим глубоко уважаемым энергетикам из публичного акционерного общества ТГК-14 ни указ, ни президент Путин, ни губернатор Жданова. У них есть право на коммерческую тайну. А у нас с вами обязанность платить за тепло. Ирина Трофимова, Павел Шаповалов, ЗАП-ТВ.